Полицейские Казани раскрыли разбойное нападение на офис микрофинансирования. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний мужчина. По версии стражи порядка, грабитель, спрятавший лицо, зашел в помещение и, угрожая кассиру, стал требовать деньги. Получив желаемое, налетчик решил покинуть пределы Татарстана. Альбина Минибаева знает, где задержали подозреваемого. Ограбил микрофинансирование. Один? Один. Чтобы избежать своего раскрытия, этот мужчина принял, как ему показалось, все меры предосторожности, надел маску и закрылся капюшоном. После чего пошел на дело. Зайдя в центр микрофинансирования, он начал угрожать кассиру предметом, похожим на нож. Девушка испугалась и отдала ему наличные. Получив свое, предполагаемый злоумышленник скрылся. Сколько забрали? 7800 рублей. К моменту установления личности полицейскими подозреваемый уже покинул территорию республики. Для его задержания стражи порядка выехали в Санкт-Петербург. Свою вину 31-летний мужчина признал полностью. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казань. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, «Вызов 112».